и молитва как раз в дороге перед крещением, да? Господь, благослови нас, Боже, благослови крещаемых сегодня, Боже, и самое главное, позволь нам действительно погружаться в океан Твоей любви, да, не просто в Иордан там или вот Галилейское это море там, да, а действительно, да, это прекрасно все, или вот Средиземное здесь море прекрасное тоже, да, пляжи хорошие здесь, замечательные, вот, но самое-то главное, чтобы погружаться нам в этот океан божественной любви и пропитываться им. Да, пусть Господь благословит всех нас, вот, потому что крещение, да, это не просто даже омытие, да, тела, а это действительно, да, это касательно нашего духа, нашей души, обещание служения доброй совестью или спрашивание у Бога доброй совести, погружение в Него, Бога нашего, пропитывание им. Вот, слава Богу. Как в песне поется. Океан Божьей любви, нет начала в нем и нет конца. Океан Божьей любви, безусловной любви Отца. Океан Божьей любви, нет начала в нем и нет конца. Океан Божьей любви, безусловной любви Отца. Слава, аллилуйя, слава, аллилуйя. Ава, Отче наш, аллилуйя. Да, слава Богу.